Не раз выручал его в разных сражениях. И когда этот боевой конь пал, он наказал и приказал своим мастерам, таранщикам, кузнецам, изготовить такой музыкальный инструмент, звуки которого напоминали бы ему о его боевом верном друге. Именно поэтому из конского волоса были сделаны струны у этого инструмента и появился морин-хор. И сегодня, дорогие друзья, Мунко Дандаков и Нелли Ратнаева рады поделиться с вами национальным музыкальным искусством нашей республики. Ваши аплодисменты, друзья, встречаем!